кто виноват. Это Грузия. And я можно сейчас по-английски, потому что я хочу, чтобы Америка знала. Американцы, если вы смотрите это, знайте, та пропаганда, которую показывают в новостях по вашему телевидению и в других странах Запада, это ложь. Я лично пережил агрессию со стороны Грузии, которую развязал Саакашвили. Эту войну начала не Россия, а Грузия. Месяц назад Кондолиза Райс была в Тбилиси, и я уверен, что тогда они все и спланировали. Я разговаривал с людьми, которые смогли спастись из Схинвали. Они считают, что это даже нельзя назвать войной. Это настоящий геноцид. Саакашвили и Джордж Буш должны быть обвинены в военных преступлениях. Они виновны в убийствах мирных людей, а не только военных. Кто-то должен за это ответить. Я думаю, это Джордж Буш и Саакашвили должны ответить за это.